Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Начал за 350 тысяч концерт. В кармане? Деньги? Короче, лазеры такие, которые с самолетов далеко-далеко светят. Я снимал 35 минут видео заката от солнца до самого конца. И у меня сел телефон, и, походу, айфон ни хрена не сохранил. А, ты не на это айфон снимал? Нет, на айфон. Я думала, на Что я не додумался на нее снять? Я думала, на GoPro, она лежит там. Я думала, как так? Так получше, да? Вот мне так поуютнее. Да, Зай? Че? Так же лучше? Тебе и так хорошо. Подожди, пусть солнышко до конца сядет, тогда задуешь. Не знаю, что завтра сделать с волосами. У меня завтра праздник. Либо просто идти вот с таким же прямым, либо накрутиться. Дочь, не трогай ее. До заката. Вот, уже ничего не осталось. Здесь единственное минус накрутки. Влажный. Мои пудры, они распадутся в течение получаса. Блин, как там красиво, ребята, вообще. Очень, очень много огней. У меня вот что-что, а Денис вот не любит пудры. Надо сделать лоб, ну попробовать. Ну как раз, если они, может, распадутся, у меня распустятся. На меня смотрят как на идиотку. Это отвратительное состояние, когда еще не понимают по-русски. И просто вот... Да. Дочь, иди сюда! Привет! Мы поедем утром на пляж, вечером пойдем в ресторан. Без изящества, без излишек. У нас местный... Да все, давай рассчитывай. У нас местные сим-карты. На три свечки аккуратно, чтобы они не пахнули. Ну да, послезавтра к нам приезжают Мария, наши друзья. Вот, Зайка, у нас будет повеселее. Надо, он сильно так, далеко. Мы вот не стой здесь с мамой, мам, следи за ней. Мои котики. Да, конечно, довольна, она не носится с Денисом, она бегает босиком, с мячиком они подыграли. Да, Алина с Колей к нам приедут. From Russia. Да-да-да, минус 35. У нас получается на 70 градусов разница. Но у нас, наверное, плюс 35. Но все
равно очень такое. Задайте Алине этот вопрос. Тоже с ребенком. Ровесник мальчик. Ну, ровесники, да. Вы шутите домой? Мы здесь только четвертый день. Какие-то экзорцистские штуки такие, дети что-то чертят. Нет, Катя, случайно нет. Ну, по крайней мере, мы с Денисом нет. А уж как там ребята, не знаю, не отчитываются. Блин, как тут круто. То, что было в Мексике, это было однажды, поэтому... В общем, ладно, у меня садится телефон, у Дениса он сел, нам нужен навигатор, мы скоро поедем домой. Всех целую, всех обнимаю.